Всем привет! Вы на канале Ленкины вкусняшки. Сегодня я с вами хочу поделиться рецептом очень простого салата, который можно приготовить как на каждый день, но также и праздничный стол он обязательно украсит. Этот салат получается ярким, вкусным и полезным. Чтобы приготовить этот салат, мне понадобится пекинская капуста. Вы можете также использовать другой листовой салат. Фасоль. У меня красная. Вы можете также брать любую фасоль, какая вам больше нравится. Маслины без косточек. Тунец консервированный. Помидоры. Зеленый лук. Для заправки мне понадобится растительное масло без запаха. Немного лимонного сока. Также соль и молотый черный перец. Беру салатник, в котором будет удобнее перемешать салат. Капусту я уже разделила на листочки и хорошенько их промыла. Вот эту самую толстую часть я вырезаю. Но можно этого и не делать. И теперь вот так помельче нарезаю. Можно просто порвать руками. Теперь меленько нарезаю зеленый лук. С фасоли слила жидкость и добавляю ее в салатник. Теперь нарежу помидоры. У меня вот такие достаточно крупные черри. Я их на 6 частей разрезаю. Если у вас будут черри мелкие, можно напополам просто разрезать. С тунца слила жидкость и также добавляю в салатник. Крупные кусочки немного вот так разделяю, но сильно измельчать его не нужно. Маслины нарезаю на половинки. По желанию можете добавить и целыми. Вот и все, наш салат практически готов. Остается подготовить только заправку и заправить наш салат. В миску наливаю растительное масло без запаха. По вкусу черный молотый перец, совсем немного соли и выдавливаю лимонный сок. Если попадают косточки, их нужно убрать. И все вместе хорошо перемешаю. Теперь подготовленным соусом заправляю наш салат. Вот такой яркий, очень сочный и вкусный салат получается. Советую заправлять его перед самой подачей. Минут 15 охладить в холодильнике и можно подавать. Подавать его можно как в общем салатнике, так и порционно.